Иудейская пустыня поражает своей одухотворенностью. Безжизненная земля на самом деле наполнена неистощимой внутренней силой, пропитана библейской историей и молитвами монахов. Пустыня живет своей жизнью, полной величественного созерцания. Эти горы, как кожа организма, которая дышит и впитывает воздух, пропитанный событиями. Остановитесь, отстранитесь хоть на короткий миг от повседневной суеты. Откройте глаза и, наверное, самое главное, откройте души. Земля всегда готова делиться накопленной мудростью с теми, кто стремится ее услышать и постичь.